Всем привет! И у нас еще одно задание марафона. Марафона по аксессуарам своими руками. Будем делать вот такие пышные банты из капроновых лент, можно из атласных, но капроновые лучше держат форму. Ширина ленты, определяете, какая вам нравится. Мы сделаем два варианта бантов. В общем, принцип один, с небольшими нюансами. И получаем два разных банта, два разных цветка. Я взяла ленту, у меня лента шириной 5 сантиметров. Капроновая, и я по центру, даже, наверное, не 5, а 4 сантиметра шириной, я по центру прошиваю ее обычной ниткой, ориентируюсь на центр. Ну, это визуально, это ничего страшного, если будет у вас там плюс-минус 1-2 миллиметра, достаточно крупными стежками, не мельчу, и вот всю эту ленту я должна прошить. У меня лента длиной 1 метр, ну вполне себе для таких небольших бантиков хватило бы полметра. Если мы хотим сделать такие более плотные, тугие шарики, ну вы сейчас все это увидите, либо вытянутые, форма как-то, не знаю, похожа на цветок гиацинт, по-моему, вот, то берем больше. То есть длина определяете сами для себя, какая вам длина ленты нужна. То есть полметра тут было бы вполне себе достаточно. И получился вот такой симпатичный уже цветочек, на резинку можно было бы закрепить и все. Я продолжаю, у меня метр, я повторяю. Я прошиваю все-все-все до самого конца. И потом будем еще крепить этот наш цветочек на резиночку. Резиночку тоже будем пришивать таким образом, чтобы все было аккуратно, крепко и ничего не видно. Все прошило. Плотно могу дотянуть до самого верха. Либо не затягивать на самый верх плотно, и наоборот сделать, как я уже говорила, такую вот висячую, вытянутую форму. Тогда можно и длину ленты больше взять, и более вытянутую форму сделать. И либо вот до самого конца дотягиваю, прокалываю сквозь весь этот помпон, не иголка, то есть игла должна быть достаточно плотная и длинная, чтобы не погнулась и прошла сквозь всю, весь этот цветок, весь помпон, и обратно. Завязываю узелочки, обязательно несколько узелков всегда крепко завязываю, распушаю, всегда поправляю, ничего не видно, никаких, ни начала, ни конца, как говорится, ничего не видно тут. Поправила, закрепила, прошила, узелочки завязала. И буду пришивать туда резинку. Резинку пришивать буду при помощи ленты, как в первом уроке. К банту я фиксировала, точно так же пришью и здесь. Лента атласная, ширина 12 мм или 1,2 см. Вот так вот пополам я буду ее пришивать к банту. Отмерила примерно, сколько мне надо. Это сантиметра 4-5. Вы можете сами так прикинуть, сколько вам нужно. Обязательно опаливаю на свечке хвостики. Основную ленту тоже так же сделала. Концы опалила на свечке, чтобы не распушивалась. Не расходилась ленточка. Я складываю вдвойне. Если лента репсовая, то достаточно будет в один раз. У меня лента атласная, она все-таки тонкая и вытягивается, плохо держит форму. И аккуратно пришиваю первую половинку. Протягиваю вот так же, как в случае с бантом в первом случае. Протягиваю и пришиваю вторую половинку к цветку. Пришиваю, все плотно, красиво, аккуратно. Нитки берем в цвет, чтобы было все-таки незаметно. Пришила с одной стороны и перейду к противоположной стороне, тоже прошью еще поверху, чтобы резинка не болталась, иначе лента может вытянуться и эстетический вид потеряет наше изделие. Все-таки стараемся сделать и с лицевой стороны красиво, и с изнанки. Если вдруг у вас прям нет ленты, можно взять лоскуток ткани под цвет нашего банта и также загнуть. Даже ту же капроновую ленту можно загнуть несколько раз было, такой же шириной сделать, как вот это вот 1,2 или там примерно сантиметр, и пришить, спрятать резинку при помощи. Не забываем только обязательно все опаливать на свечке, либо лаком для волос, не лаком для волос, конечно, лаком для ногтей, проходить по самому краешку, но так жесткий край получается.
если по самому-самому краешку, то возможно. И все, аккуратно пришиваю. Сейчас я вам покажу второй способ, еще второго банта, того, который есть на фотографии. Тоже способ быстрый, простой, смотрится красиво, не требует каких-то особых усилий. Обязательно несколько узелков всегда. Все, готов бантик. Точно так же можно из любой ширины ленты взять и по центру ее прошить. Можно взять атласную ленту и прошить по ней также по центру. Можно, не знаю, кружево взять, так сделать. То есть все, что у вас есть, можно таким образом прошить и собрать. Желательно, чтобы это была, конечно, какая-то синтетическая ткань. Она лучше форму будет держать. Ну, в общем, пробуйте, экспериментируйте. Беру точно такую же ленту. Тут у меня будет метр, метр и уйдет. И метр мне показал, что хорошо. То есть меньше я бы брать не стала. Ну, возможно, если не хватает до метра, можно взять и поменьше. И теперь я прошиваю не по центру, как в первом банте, а по самому краю. Точно так же. Примерно сам сантиметр 0,7 у нас стежок одинаковый. И по самому краю ленты я прошиваю, также собираю на нитку всю-всю-всю ленту. Тут не играет роль ширина ленты. Все точно так же будет делать при любой ширине. Вот, пожалуйста. И получился такой более пышный бант уже. И можно точно так же при желании пришить к резиночке. Можно пришить таким же образом к ободку, например, или какой-то заколке. Его можно поправить, заправить таким образом, как вам нужно. Свой немножко свой узор. Можно взять две ленты одновременно, чтобы бант был цветной. Или, допустим, начать с одной ленты, перейти к другому цвету ленты. Можно взять одну ленту одного цвета более широкую, другого контрастного цвета, более узкую, например, посмотреть, что получится. Можно просто два банта вместе соединить разных цветов. И поиграть с метражом в лентах, шириной ленты. Ну вот из одной и той же ленты, из одного и того же объема получается совершенно два разных банта. При, в общем-то, одном и том же способе, да? Обязательно все хорошо, крепко прошиваю. Закрепляю, узелки завязываю, чтобы ничего никуда не разъехалось. Нить берите крепкую, чтобы, если при натягивании, у вас ничего не порвалось. И точно такую же резиночку спокойно могу пришить. Все, все прекрасно. Прекрасная работа. Жду от вас ваших работ. И такой бант вполне себе подойдет, например, в школу. На 1 сентября, допустим, на любой другой праздник.